Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Prius. Ремонт левой стороны. Ставлю машину на стапель и разбираю левую сторону. Итак, сторона разобрана. Ремонт начинаю со средней стойки. Сначала я вытяну ее. Теперь передняя стойка. С вытяжкой я закончил. Теперь мне надо взять с донорской части нужный мне кусок. Отрезанный кусок с донора я буду использовать как шаблон. Немного подкорректирую, потом устанавливаю и свариваю.
Итак, сварочные работы закончены. Чистый металл крашу грунтом и устанавливаю двери. Итак, все детали установлены, все зазоры в порядке. Ну и последний этап – задняя дверь. Подровняю ее с помощью споттера. Дверь сделана, и работа с металлом тоже закончена. Отдаю машину на покраску. Через неделю машина приехала с покраски. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 28 часов моего времени и неделя на покраску.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!